Ты где? Пацан, тебя вообще не смущает? Рядом куча монстров! Всем привет! Вы на канале Дивплей, и мы продолжаем проходить Genshin Impact, этот блядский квест. Не забываем пошлепать мой лайк, написать комментарий, минимум из 5 хороших слов для поддержки этого видео, а еще можно платно подписаться на канал или задонатить по ссылкам в описании. Погнали! Итак... Зря я залезал аж сюда. Сюда залезать не надо было. Да уж. Надо было сделать следующее. Двух феечек я собрал, вот еще. Третья есть, я так полагаю. Оп. Опа. Но... Блять. Ладно. Тихо. Пиздуй туда, куда я хочу. Во-во-во-во-во. Пошло дело, пошло. Короче, сначала надо было этих феечек сюда пригнать. Вторая феечка была вон там вот, наверху, на ветке. На корне! Первую на входе достали, вот я сейчас третью привел. А это блядская хуйня внизу. Проблема гейшина в том, что тут карта двухмерная. А строение уровней уже начинается с зумы трехмерное. И ты скорее не понимаешь, что не там ищешь, или тут уже какая-то загадка пошла. Короче, неловкая хуйня. Но ничего не поделаешь. Еще ниже. О, да. Так, тут рядом. Грибы. Светящийся гриб. Бля. Так, хорошо, один взяли, эти должны съебаться. Угу. Так они и сделали. Здоров, псина! Ты чё творишь, курва? Стоять, блядь, бояться! Тихо, мразь. Всё. Опиздюлили. Фиг. А чё с этой хуйней делать? У нас тут новые загадки. Я понял. Блять, ты куда съёб... Блять, сука, ты ёбжешь твою... А ну нахуй не ебать мозги, а! Эк! Погоди, курва! Ты... дай только тебя заморозить, сейчас пойдет дело. Угу. Пострелять он, сука, хотел. Я ебал твой рот.
Так, супер. Опиздюлили. Так. Пёрышко по съёбам дало. Окей. Хорошо, что у нас тут, а тут у нас нихуя. Ок. И... Сейчас это из залупой. Ага, во. Все, тут не каждую залупу можно взять. Так, хорошо, взять-то я ее взял, а... Куда поставить? Так, не сюда. Так, ну это хорошо, конечно. Так, куда ты сюда? Блять, а как они должны взаимодействовать? Блять, псина! Как ты работаешь? Подожди. Так, хорошо, два этих релейных есть. Так, хорошо, уже три есть. Блин, отъебитесь вы от моего мира. А, наверное, где-то так посередине их ставить надо. Ну и как они жмыхаться-то должны? Сука, нихуя не понятно. Ну и... Подожди. Так, кажется, этот я зря оттуда забрал. Так, есть контакт. Так. Хорошо, это понятно. Визуально я понял, как оно должно быть, а вот как на практике должно быть, вот это, блядь, вопрос. Типа, или очень далеко не должно быть. Блядь. Сука. Чё я... А, я понял, что я сделал. Но оно появляется, сука, сзади меня. А, или на этом мне и забить можно. Хуй знает.
Ладно, давай попробуем. Так, нечто я сделал. И хули дальше? Эта срака все равно не открылась. Так, как тут не на ебаных скриншотах? Так, на ебаных скриншотах две штуки. А у меня аж три. Так, понял, что-то пошло не так. О! Контакт! Так, может тут поближе поставить надо, а? Нет, что-то не работает. Блин. Хорошо, эта сторона есть. Да, блядь. Промахиваюсь. Так, контакт есть. Не, блядь, это неправильный контакт. Мне что-то с этой сделать надо. О, слушай, тут по корням можно залезть. И что у нас туточки? Ничего интересного. О, электрокол. Я понял. Так, хорошо, что нам гайд говорит? Да подожди пиздеть под руку, женщина. Так, ну вроде где-то... Блять. А, вон я его потерял. В смысле, почему все нахуй сбросилось? Какого... Вот сука. Я ж был в процессе, игра. Ты че мне трахаешь мозги? Так. А теперь в этот делает. Бздынь-бздынь. А надо в этот или в тот? Хуй знает. Да блять! Я ж перед собой хочу поставить. О, есть контакт пошел.
Так, окей. Сундук я открыл. А, теперь я эту хуйню могу активировать. Супер. Так, а сюда так ничего и нет. Может, потом будет? Ёб твою ж! Получи, собака дикая! Пёс сутулый! Выёбывается тут! Тихо! А я научился немного уворачиваться. Эть, блять, не совсем. Но ничего. Не все так плохо, как могло бы быть. Так, еще одна глазика допиздим. Да, блядь, чуть-чуть не хватило. Хватило. Так, ты-то хоть подниматься не будешь? Так, хорошо, и последнее перо сейчас тоже съебется. Блядь, как неожиданно, да? Ну да, ну да. Так, а где тут ебу... Ага, вижу. Так, яичко, попиздовали. Слышь, пиздуй быстрее меня. О, еще одна. Блять, мразь, ты че вытворяешь? Господи, насколько они бесячие. Так, есть, первая пошла. Так, дорогуша. Блять. Ну что тебе несет по всяким сракам, а? Блять. Подожди. Подожди, твари, я тут. Так, пока я тут. А где третья, собственно? Это я что-то не додупляю. Может, там где-то? Боже. Как можно отключить вот эти вот заявки на... вторжение в мир? Я не хочу. Когда я захочу, я скажу. Так, окей, это съебало. Так, так не говорите, что тут сейчас тоже надо будет с этими блядскими электрокамнями что-то делать. Так, хорошо. Мысли, а что-то ту не зажгла. Так, это чё, не все? А, ну да. Так, господа, ебальники, пожалуйста, на стол. Блять, эти гниды потушили мне фонарики. Чтоб вас, блядь, дети не любили. Ладно, сейчас зажгу обратно, хуля. Госпожа спичка.
Так, 4. Блять, а где 5? А, вот. Да сука! Они тухнут очень быстро. Ладно. Я понял, тут нужна правильная очередность. Окей. А какая тут очередность правильная? А хуй знает. В гайде об этом, блядь, ни слова. Видимо, эта головоломка сюда не относится. Окей, значит, технически на нее можно хуй забить. Так, ебашим. О, феечка. Куда тебя хуи несут, сучара тупая. Так, а тут что-то. Вот. Ты смотри, а таких зеленых сундуков я что-то еще не помню. Книжный шкаф. Окей. Так, походу с релейными камнями таки надо будет поебаться. Я понял. Это было неожиданно. Да я еще и вылезти не могу. А ёб твою ж мать. Подожди. Господи. Ёбаные призраки. Так, хорошо. Ага, я понял. Дрочилово внизу. Я понял. Так, ёб твою! Подожди, я вас не ждал! Эхо, курва! Да почему они не морозятся? Заморозься, сука! Так. Все тихо. Это хорошо. Так, оно делает бздынь-бздынь. Но мне надо стабильный бздынь.
не вот это, пук-пук-пук. Так, где еще надо быть на стабильный бздынь? Тихо. Блять, эта хуйня исчезла. Подожди-ка. Почему головоломка начинает сворачиваться, если я на нее не смотрю 2 секунды? Тихо, блять. Не то. Опа, есть стабильность. А, то есть это и не нужно было? Блять. Окей. Так, этот кусок вроде работает. Он может работать и так. Хорошо. Так, окей, дальше я видел вот наверху. Так, достаточно будет? Достаточно будет. А вот тут уже недостаточно. Так. Окей, этот кусок тоже работает. И вроде даже так как надо. А, блять. Так, стопа. Хорошо, а чё с этим фрагментом делать? У меня уже не хватает. Так, а если... Опа. Так, работает. Так, ну все же, походу, я еще один где-то какой-то не нашел. Блять. Лично, блин, по... Дже... Валю. А, в смысле? Перед этим тоже работал. Чё сейчас тебя не устраивает? Хотя какая разница, мне еще один где-то надо взять. Это, наверное, еще два. Так, а тут, судя по всему, уже и нет ничего. Блин, походу мне эту загадку таки надо как-то решить. Или что? Так, а чё гайд говорит? Так, хорошо, первый кусок я сделал как надо. Этот я вроде как забрал. Так, я же забрал отсюда. А, нет? Я понял.
прыгсует. Стоп, а начал вообще с самого начала сбрось. Блять, игра, ты заебала. Почему она мне все сбрасывает постоянно, блядь? Я просто бегаю и туплю. Мне что, уже тупить нельзя? Да, блядь. Так, хорошо, это работает. Стоп, а еще одна? А, вот. Господи. Как, насколько тупые загадки, а? Ну, то есть, даже не то, что загадки, а методы их решения. Так. А как оно работать не хочет? Да отъебись-то. Так, вроде еще ничего не сбросилось. А че уже она не хочет тут подключаться? О, подключается. А тут уже нет. Блять, я опять упал. О, есть. Сработало. Откройся, сука. Ебаная курва. Есть. Фух, готово. Жителям Цуруми пиздец повезло, что у них есть тьмы. Так, а с этими пиздеться надо или хуй на них? А куда мне, собственно, идти-то? Ща. Ладно, давай грибов соберем. Так, походу это выход. Ну что, погнали. Найн. Да. Блять, страшно-то как нахуй. Yeah.
Ага. Бздынь. Ой, я нечаянно и второго развалил. Стоп, я не заметил. Так, окей, это значит... Электрокол. Ок. А собирать его, конечно, мы не будем. Ты ебанутая! Сколько можно загадок в одном месте? Бля, у меня этих камней и нет. Где их надыбать? Стоп. А-а-а, ну да. Можно в хуй забить. Вроде. Или нет. Я уже даже не понимаю, что происходит. Блять, псины! Успокойся, гнида! Вот и надо было выебываться. Ладно, на том самом моменте, когда я опять нихуя не понимаю, что сейчас происходит, что делать. Я же вроде бы уже три этих блядских перышка собрал. То есть, в теории, я могу вернуться куда-то там. И... И... Блядь. Куда меня нахуй занесло? Сука, а куда идти-то надо? А, сюда. Все, понял. Охуенный квест. Просто охуенный. Я не знаю, как много я потерял бы, если бы я его не делал. Но я его делаю. Можно было это и без записи проходить. Блять, кто же знал. Ты чё, 40 минут убили на... Да каких 40 минут? Больше, чем 40 минут убили на второй... На три... Да, это третье дерево. А я его... Блять, спасибо, что убрала туман. Теперь еще сюда надо сходить. Спасибо, Килокира! Спасибо, Пайман! Вижу, гнездовье в отличном состоянии. На этот раз церемония точно пройдет как надо. Было опасно. Ха-ха! Сынок, пойманы Килокира, путешественники бывалые! Слушай, Килокира, а откуда ты родом? С Украины.
Люди, которые приходили сюда раньше, говорили о некой Надзуме и острове Наруками. Вы тоже из-за Надзумы? Ну, можно и так сказать. Да, мы действительно с острова Наруками. Постой-ка! Пайман почти забыла, что мы ищем Маусира. Мы прибыли из очень-очень далекого места. Ну, это точно! Рассказывайте интересную историю о своих приключениях, Ру. Круто! Вы даже летали верхом на драконе? Да, но это было очень неудобно. С ума сойти! Мир, знаешь ли, огромен! Я и не догадывался, что за морем тумана так много разных мест и столько людей. Если я однажды выберусь отсюда, то хочу посмотреть их. Нам постоянно говорят, мол, если покинуть туман, наши души потеряются, и что он защищает нас от тьмы извне. Но я уже повстречала немало людей из внешнего мира. Потому-то мне известно, что море молчания должно быть населено. Если у тебя есть такая возможность, можем посмотреть вместе. Хорошо, значит, договорились. Вы идите первыми. Когда закончится церемония, вместе исследуя мир за пределами острова Цуруми? Конечно. Так. Шо, еще один надо кусок исследовать. Только давай сначала откроем телепорт. Тихо. А главное, нигде не наебнуться. Тихо. Идите в ссор. Блин. Да говорю, идите в сраку. Понял, тут лучше. Да, блядь! Тихо, еле успел. Так, это... Я же испугался. Так, вижу телепорт, вижу. Опачки. Так, и теперь нам надо туда. Наверное. Криповый остров. Шо пиздец. Так, окей. Ага, вон. Да иди ты, блядь. Почему рядом с гнездовьем монстра? Слышь! Курва, стой, ёч! Сначала немного пизды получите, а потом сдохните. Так, все. Блядь, еще двое. Так, братиш, ну вот зря ты это. Нахуй! Так, вот и все. Так, сундук. Вот это ради этого сундука было. Так, вообще я пришел сюда ради...
Тихо. Блять, где... Пацан, тебя вообще не смущает? Рядом куча монстров. Ты так круто смотришься в бою. Ой, ты здесь, Ро. Ты в порядке? Со мной все хорошо. Насчет тех монстров? Я не знаю, откуда они взялись. На местных они определенно не похожи. Ага, раньше на нашем острове таких монстров не было. Лохматых людей и огромных железяк тоже. Когда-то тут жили птицы, которых мы называли Вэн-Камуй. Камуй. Они были такими кроткими и такими вкусными. Чё-то их не видать, пожрали, видимо. Да уж, не знаю, когда это случилось, но они вдруг пропали, а вместо них появились эти монстры. Уж не пришли ли они из-за моря тумана? Во внешнем мире тоже есть хили-чурлы. А они опасные? Они правда очень опасные, но да, приключения увлекательны. Но искать приключения весело. Я тоже хочу быть искателем приключений. Пайман уверена, что ты станешь невероятным искателем приключений, когда вырастешь. А как же? Мы позаботимся о гнездовье. Вокруг полно монстров, так что лучше тебе лишний раз не высовываться. Мы займемся этим. Я не хотел. Нахуй мне это гнездовье вообще надо? Ладно. Что я могу сказать? Ладно. Да я угадаю, это будет не так-то просто. Так, псина, она нахуй. Блять, нахуя я запустил копье? Блять, их трое было? Ау! Ясненько. Ага, вижу. А, блять, да что ж у вас так дохуя-то? Тихо, курва! Стоять! Ебать буду сейчас! Слышь, псина сатулая, сдохни! Окей. Почему с них ничего не выпадает? Хули этот спит? Наелся и спит? Я понял. Слушай, а с ними что-то странное происходит. Определенно. Ну ок. Походу где-то на горе. Чё? А. Ах, ты ж псина шалудивая. Так. Ну,
Так, а куда она дальше улетела? А, вот, впереди. Ёбжешь твою. Стоять, блядь. Стоять, пока тебя будут ебать. Во, есть. Так. Ну, между прочим. Кажется, мы всех собрали. Что-то как-то изи. Нихуя не понял. Что-то просто. По-моему, прошлое гнездовье было посложнее, или оно, по идее, должно было быть последним. Я просто как долбоёб пошел делать, что ли. Не, ну в принципе такое нельзя исключать. Так, ну хорошо, это рассосался туман. Все готово и здесь! Вот это да, настоящие искатели приключений, способные на такое. Раньше сюда приходили другие. То были охотники за сокровищами. Они, конечно же, не были такими крутыми, как Кела, Кира и Пайман. Другие? Похитители сокровищ, господи, охотники. Да, они искали Маусира. Значит, Сумида. Недаром Катерина предупреждала, что это поручение высокой сложности. А Пайман не понимает только, что такое Маусира. Мы слышали, что это традиционный местный музыкальный инструмент. Ого, это такая штука, которая издает звуки. Из-за этого тумана его почти не видно, так? Для этого мы и используем Маусира. Почти ничего не видно. Чтобы другие знали, где мы. Все-таки это куда лучше, чем кричать. Не то горло болеть будет. Видимость действительно неважная. Ну да. Дедушка Мата говорит, что Маусера помогают душам потерявшихся в тумане найти дорогу домой, и поэтому они очень важны. Очень важны, значит? Недаром они нужны вам для церемонии. Верно, думаю, церемония вам понравится. Вы пока едите, а я еще немного побуду с деревом. Ты уверен, что с тобой ничего не случится? Рядом могут быть монстры. Уверен. Ну ладно. Сюда, значит, сюда. Погнали, погнали, погнали. Оп! А где все? А? Куда он направился? Не к добру это все. Кажется, там что-то есть. И? Это и есть Маусира? Отлично, Руни обманул нас. Полагаю, это поручение выполнено. Пайман чувствует себя обманутой. С чего это? Они сказали, что будет церемония, и мы будем много чем... И мы много чем им помогли. Кажется, я допер. Это были все призраки. На острове происходят странные события. Пайман тоже кажется, что с этим местом что-то не так. Ну да, и там в принципе есть еще вторая часть этого квеста, которую потом сделаем. Здесь должно быть больше людей, но похоже все они исчезли. А еще Пайман кажется, что у них не хватает винтиков в голове. Неважно, давай сначала поищем Каму. Он должен ждать нас на входе. Поднять якорь! Окей.
Камапуля, бля. Так, а если это исследовать, то что будет? Чуть-чуть море будет. 100? Да это издевательство какое-то. Кама. Мы вернулись! Нам пора возвращаться. Вы нашли то, зачем вас послала госпожа Сумида? Агас? Все в порядке! Че такое? Все в порядке, я отвезу вас обратно. Готовы? Да. Хорошо, тогда запрыгивайте. Окей. Можно было телепортнуться, это было бы быстрее. К третьему разу вы должны знать, куда идти. Что? Спасибо, Кама! Не нужно меня благодарить, я лишь выполняю указания госпожи Сумиды. Вообще-то, Пайман, интересно узнать. Госпожа Сумида? Я ее должник. Похоже, это долгая история. Я и так сказал слишком много. На этом мы прощаемся. Тогда возвращаемся к госпоже Сумиде. Ну, давай, давай. Так, а куда? Ага, все нашел. Ну, в принципе, можно и отсюда. Так даже быстрее. Сейчас немножечко срежем. Оп, есть. Здоров. Мы вернулись. Я очень надеюсь, что на этот раз вы принесли Маусира, иначе... Иначе я не закончу свой роман. Ой, да ладно, поручение такого уровня было для нас сущим пустяком. А ладно, Кела Кера, покажи ей Маусира. Копаетесь целый день в своих вещах, но так и не находите Маусира. Она исчезла. Что, исчезла? Этого не может быть, она только что была у нас. Ох. Мы не обманываем вас. Похоже, это случилось и с вами. Что за несчастье? Не принимайте это близко к сердцу. Честно говоря, я сказала вам не всю правду, да вас другие тоже брались за это поручение. Искатели приключений, солдаты-ветераны, члены пустынников из Сумару, последователи искусства Ивакура, специалисты по решению проблем из Йоро-Дзуи. Из такой разношерстной команды могли бы получиться герои в хорошей истории. Команда людей с разным прошлым, характерами и способностями вместе отправляются на поиски приключений. Подождите, сейчас не время для этого. Ух ты, госпожа Сумиде удалось сдержать порыв уйти от темы разговора. В общем, они согласились на эту работу, но все оказались не в состоянии принести Маусира, которую они клялись, им удалось заполучить. Сначала я думала, что таким образом они просто оправдывают неудачу. Но теперь, когда даже вы, легендарная искательница приключений высшего класса, которую мне так настойчиво рекомендовала гильдия, тоже столкнулись с этой проблемой. Поручение не выполнено, Маусира пропала. Из этого получится хорошая история, да? Это правда, но сейчас все, чего я хочу, это закончить написание «Хроник Туманного моря». Рабочее название. Я тоже этого хочу. Но, госпожа Сумида,
Раз цивилизация Цуруми исчезла очень давно, то сейчас нет никого, кто слышал бы звуки Маусира, верно? Если вы просто напишите, что она издает свистящий звук, никто не заметит разницы. Маусира. Когда я проснулась и вставить звук Маусира, эхом пронесся сквозь пепельный туман, окружавший меня. Это было похоже на сон, и я продолжала лежать. Песок на моей щеке подсказывал мне, что я лежу на пляже. Вышеупомянутый звук становился все громче. И только тогда обещание, которое я дала другу, словно молния, пронзило мой разум. Я вспомнила, что этот мир не только пляжи и море, но и города и деревья. О чем вы? Я о том, что я не смогу написать этот отрывок, если не буду знать, как звучит Маусира. Для писателя это неприемлемо. Неприемлемо! Я понимаю. Что еще можно сделать? Если вы не возражаете, я могу связаться со всеми другими людьми, которые брались за это поручение раньше. Возможно, поговорив с ними, вам удастся преуспеть в этом деле. Не волнуйтесь, я не уменьшу ваш гонорар из-за этого. Пайман считает, что это отличная идея. Что думаешь, Кела Кира? Мне тоже интересен остров Цуруми. Я чрезвычайно вам благодарна. Спасибо большое за ваши старания. Я свяжусь с людьми, которые выполняли это поручение раньше. Дайте мне время все подготовить. Мы снова встретимся здесь позже. Вот о чем я и говорил. Так, а у меня там Маусира осталось? Стоп, это... Книжный шкаф, окей. Так, а Маусира исчезла. Ладно, тогда, считаю, на этом можно будет и заканчивать. Так, что у нас из заданий-то? Заданий мира. Это задание появится через... неделю. Ой, боже, через неделю. Через сутки. А вот у нас еще древнее сокровище Сайраля. В общем-то, надо будет еще это выполнить, но это уже будет в следующий раз. Ну, а на этом сегодня да, все. Всем спасибо за просмотр и всем пока!